военкомате случай был. Седой парнишка приходил, просил, чтоб его снова взяли в строй. В недоумении были все, никто не мог понять зачем. И лишь старик-балкан спросил его: в огне второй афган, куда же рвешься ты, пацан, и что тебя так сильно тянет в бой? Уже там был, домой пришел, израненный, но все живой, и что тебе покоя не дает? Парнишка постоял и взгляд свой в сторону убрал, чтоб слезы свои скрыть, чтоб слезы скрыть. В военкомате тишина, как приговор, звучат слова, которые не в силах повторить. Смерть, я видел бой, домой вернулся я живой, но там меня уже никто не ждет. Любимая моя с другим, и в этом мире я один, а там мои друзья штурмуют зов. Во сне я вижу страх и ад, и слышу звуки канонад, но там мои друзья всегда со мной. Они поддержат и спасут, и руку дружбу подадут, ну а убьют, так тело принесут. Чечня в огне, второй афган, куда же рвешься ты, пацан, и что тебя так сильно тянет в бой? Уже там был, домой пришел, израненный, но все живой, и что тебе покоя не дает? Я видел смерть, я видел бой, домой вернулся я живой.